Сегодня фирма «Пригад», которая занимается соками и напитками, вышла с рекламной акцией и раздавали всем новый вот такой вот сок. Он разных вкусов есть. В таких вот металлических банках. 99% натурального продукта. Но этот вот с ананасом. Я попробовал действительно, как ананас кусаешь. Еще бы туда рома добавить, было бы вообще шикарно. Вот даже такое бывает. Сегодня на бульваре Ротшильд очередной фестиваль вина и сыров. А здесь Митхам Атахана на набережной. Неделя израильского дизайна. Хочу посмотреть, какие кухни и какая утварь, если будет. Покрытие на стены. Очень легкий полимер на стены, прямо невесомый. И для улицы, и для внутренних помещений в виде камней, бриков. Очень классный материал. Которая делает шкафы. Хорошая фирма, у меня дома есть мебель и шкафы от Ривьера. Green Wall, ну да, вертикальные зеленые панели. Одна из самых крутых израильских фирм – кухни ZIF. Стеклянные панели антислиз. Все шикарно. Как клик, а обратно? Просто задеваешь за любую точку на шкафе? Нет, там это кнопочка. Ну-ка еще раз. Да, ну клик обыкновенный, да, окей. На нее же нажимаешь, видишь, есть кнопочка? Ага. Шикарно. Сладко, главное. Сколько же это инч? 100? בעצם זה משטח פורצלן של חברת גרניטי פיאנדרה, זו חברה שמגיעה מאיטליה. אוקיי. החברה מייצרת לוחות פורצלן גדולים בפורמט של 3 מטר על מטר ו3 מטר על מטר וחצי, שמיועדים גם לריצוף וגם חיפוי קירות. אנחנו לקחנו את החומר הזה ובעצם עושים ממנו גם שיש למטבחים.
השיש הזה בעצם עמיד בפני חום, עמיד בפני קור, בשוק טרמי, ניתן לחתוך עליו, הוא פועל זה, כך וכך. ניתן לשפוך עליו כל חומצה וכימיקל, כלומר לנקות איתו, ולא יקרה לו כלום למשטח. אתה כבר יכול לראות שזה בעיה, זה אינדוקציה, אז גם אם אני אגע, אני לא אקבל קביעה. רק צריך להניח את זה במיקום הנכון שלו. אז בעצם יש כאן איזשהו הגדרה של המקום? כן, הנה. אתה רואה את ה-15? 15 סנטימטר? 21. אוקיי. כל המשטף הזה חד? לא. זה קירה כאילו? זה אינדוקציה. זאת אומרת שרק באזור הזה הוא מתחמם. בדיוק. הוא גם לא מתחמם, הוא מתחמם את הכלי. ואם אתה נוגע בזה? מה זה בזה? בכלי? למטה. בצד אתה מתכוון? לא, במשטף למטה. רק את הנקודה הזאת. אם אתה נוגע למטה, ברור שאתה מקבל, אבל אם תיגע פה... את התחום הרפחוז'י נשייש נזווייץ אפיאנדרה. Если кто-то хочет на кухне совершенно чистый лайн, то вот так будет выглядеть ваша плита. Просто кусок шайша будет нагреваться. И это индукция. Вегам зебаем от своим. А, та умер шей. Иван. А, окей. אבל אתה יכול לראות פה חלק, אם אתם אוהבים בטון, אז יש לו את הבטון ועוד שלושה צבעים. יש לנו עוד מרי שיש. גם אפשר לקבל בטון. זה בטון, והנה פה יש לך עוד בטון דוגמאות, בהירות יותר. יש מרי מחוס... לא מרי, מגע מחוספס עם דיבור בבקיר, הוא מגיע באפור בהיר, ובבש. וזה מרי מוזלדינה, זה אבן איטלקי, יש אותו גם בעוד צבעים בהירים. איטליה. Самое классное, что этот хомер не подвержен царапинам вообще. Можно сломать ножик, но не будет никакого симана на панели. Шикарно, возьму каталог у них. Те, кто хочет теплые полы. Кухня для кучина. ב-4K, זה טוב, עכשיו זה בכלל לך. תראי, 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 בבקש. Интересно, сколько орех у этой панели? Огромная, как раз то, что у этого панели. Наверное, 2 метра панель. А ездит легко? Да? Это прикольно, стол такой. Полимеровых панелей каких только нету сегодня. Во-первых, они очень легкие, любой текстуры. Это стекла, которые меняют свою прозрачность. Можно делать гигантские витрины. А это я даже не понял, что это гигантский бассейн, готовый, который просто нужно заказать, вам его привезут и вкопают в землю.
Прикольные. И подсветочку красиво. גם בעריות גן הזה, ספציפי, זה הסרטים כמה שזה. Очень красивый сет на балкон. Непонятно, что за хомер. Ну а тут не гриль, а просто дискотека. Ну, Тахану я уже снимал много раз. Интересные галереи, магазины. Пару классных ресторанчиков тут есть. Один называется Тапас. Много-много чего интересного есть на выставке. Я взял кучу каталогов, которые мне интересны. Недавно высеивали снова траву. Трава зеленая-зеленая. Илан Угур не буду снимать. Ну вот это вот чудище на совести скульптора Илан Угур. Да, это у нее действительно самое красивое из всего того, что она натворила. Люди пришли посмотреть на закат. Набережная Тель-Авива, стремительно меняющаяся. Это новый Royal Beach, строят еще две башни. А вот это для интересующихся самый дорогой жилой проект на сегодняшний день. Каждая квартира в этом здании занимает целый этаж, 400 квадратных метров каждая квартира. И наверху пентхаус 800 квадратных метров. Цена квартир начинается от 20 миллионов долларов. Стоит прямо на пляже первая полоса. Даже можете не сомневаться, выкуплены все до одной квартиры.
новую набережную, уже практически дотянули до Яффо. Думаю, на следующий год они закончат ее. Очень много кафешек прямо на песке. Приятно посидеть и на море смотреть.